В городе Чебоксары идет сбор информации для формирования перспективного плана пассажирских перевозок. Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры приступил к обследованию пассажиропотока. Всего в городе определено 43 геозоны с охватом остановок, более 150 остановок общественно-пассажирского транспорта, на которых будет проведено данное изучение обследования пассажиропотока. Также будут изучены и предложены новые оптимальные схемы движения маршрутов на основании данных, а также предложения по количеству транспортных средств на маршрутах, по их вместимости, а также по изменению действующих маршрутов. Информация о пассажиропотоке собирается с помощью системы автоматического учета пассажиров, датчиков, которые установили в общественном транспорте. Они позволяют анализировать количество входящих и выходящих пассажиров. Датчики устанавливаются, сейчас в данный момент установлены в троллейбусных средствах, установлены в настоящий момент на 5 маршрутах. Это немецкая система IRMA. Датчик устанавливается над входными дверьми. И на каждом остановочном пункте происходит подсчет вошедших и вышедших пассажиров. И в реальном режиме времени эти данные передаются сразу в Санкт-Петербург, уже в институт. Оператор за компьютером, то есть видит онлайн, что происходит на маршруте. Помимо этого, на остановках дежурят учетчики. Они проводят визуальный анализ количества пассажиров, фиксируют время прохождения общественного транспорта и номер маршрута. Данные будут сопоставляться с помощью видеокамер, установленных возле остановок. Если в транспорте нет никого, мы оценим это в 1 балл. Если там есть пару человек, то это уже 2 балла. Если там пару человек, если там сидят люди и пару человек стоят, то это 3-4. А если он полностью забитый транспорт, то это мы оцениваем в 5 баллов. В будние дни мы стоим по 5 часов, то есть это 2 часа утром, 1 час в обед и 2 часа вечером. А по выходным мы стоим по 1 часу утром, 1 час в обед и 1 час вечером. Исследования продлятся до 10 октября. Полный анализ пассажирских перевозок с предложениями по дальнейшему развитию системы муниципального транспорта будет готов до 1 марта 2017 года. Такая оптимизация приведет к закрытию части коммерческих маршрутов, сокращению количества транспортных средств и появлению новых путей маршрутов. Всего на решение транспортных проблем в Чебоксарах будет потрачено более 2,5 миллиардов рублей. Анастасия Соколикова, Сергей Михеев. Жизнь столицы.